Новая реальность. 20 секунд. Полет нормальный. Привет всем жителям нашей любимой галактики. Пользуясь случаем, хотим передать привет всем инопланетянам, которые нас видят. Мы не видели с вами ровно одну световую неделю. И за эту неделю произошло много всякого необъяснимого и даже порой паранормального. Недавно копаясь в астероидном поясе, мы обнаружили не только остатки Брюс Уиллиса, и даже неких психоделичных животных, а первого космического бизона. И мы вошли с ним в контакт. И объяснили ему о нашей миссии – знакомить человечество с новыми компьютерными играми. Игрушка называется Чины, хотя на диске написано Чайна. Ну да ладно. Очередной бессмертный хит корпорации Крио. Не знаю, как вы, но я такого еще не видел. Супер изображение, супер звук, отличная картинка и захватывающий сюжет. К тому же полностью озвучено на русском языке. На профессиональной студии Dolby Surround. В общем, как вы уже заметили, я злобно пошутил. Ну да ладно. Далее немного об истории. В величественном императорском дворце китайской династии происходят загадочные вещи. Пропадают люди, исчезают обыденные предметы, происходят необъяснимые и ничем не справедливые убийства. Обеспокоенный император, вызвав вас к себе, возложил ответственнейшую миссию. Без огласки прекратить все эти безобразия. И, конечно же, пообещал высокую награду в случае успеха. И, конечно же, гигаплаху за провал. Так что играйте и не проигрывайте. Да, просто глобально заметен скачок в твоих играх, старший ботмеханик Муха. Да, но мне кажется, что уже все давно готовы выслушать твою информацию. Старший специалист по космическим шумам ставок Sony. Есть! Иду турбулентный счет. 5, 4, 3, 2, 1, пуск! Последнее новшество от Sony PlayStation – придумывать игры с военным уклоном. Видимо, боссы игровых фирм насмотрелись голливудских фильмов, типа «Спасение рядового Райана» и «Тонкая красная линия». В свою очередь, ответили новой 3D-ой игрушкой «Army Man». В переводе дословно это звучит типа как солдат или армеец. Миссия задания игры. Вам придется возглавить отряд игрушечных солдатиков в их беспощадной войне с таким же игрушечным противником. По ходу игры разворачивается масштабный конфликт между солдатиками разных цветов, прямо как в жизни. Этим вы будете заниматься в трех этапах по 8 миссий в каждом. Путешествовать и воевать вы будете в различных климатических зонах, придуманных мозговитыми программистами компании Ubisoft и 3DO. Любителей войнушки игра не разочарует. Большой список техники, которую можно использовать в миссиях, ее можно просмотреть заранее в тренировочном режиме. Очень реалистично смотрится действие огнемета на деревьях и поиск мин минноискателем. Для тех, кому не хватает взрывов бомб и выстрелов автоматов, приготовлен большой сюрприз. Вы можете это все заслушать на своем дискмене и слиться в экстазе. Так вот, игрушка, о которой мы только что вам рассказали, может стать вашей. Если вы ответите на несложный вопрос. Как звали одного из подчиненных императора в игре Чайна, с которым вы неоднократно встречаетесь? Вот так. А что это за странная книга у тебя на ногах? Это большая энциклопедия паранормальных явлений. Тут написано по букву Б. Бицил, Бортмуханик, Бацил, Борис. О, а если тут посмотреть космического бизона? Бомбацил. А вот, космический бизон – это страшное заразное радиоактивное животное. В случае прикосновения к нему могут отпасть некоторые органы и даже крылья. Нет!